Всех приветствую на канале Компьютерная Академия. В сегодняшнем видео важный вопрос. Как скачать блокнот и WordPad для Windows 10? Пользователи последних версий Windows 10 могут столкнуться с тем, что стандартные программы блокнот и WordPad отсутствуют в системе, а некоторым они очень нужны. В такой ситуации вы можете легко скачать и установить эти программы. Причем использовать какие-то сторонние сайты для этого не требуется. Все можно сделать системными средствами. Итак, в этом небольшом видео мы подробно расскажем о том, как скачать блокнот или WordPad в Windows 10 в случае, если этих программ не оказалось в системе. Итак, поехали! Итак, первый вопрос нашего видоса – установка стандартных блокнота и WordPad как дополнительных компонентов Windows 10. Прежде чем приступать, на всякий случай проверьте, а найдется ли нужная вам программа, если использовать поиск в панели задач. Возможно, она уже установлена, просто вы ее не нашли. Итак, если поиск не дал результатов, то для того, чтобы скачать блокнот Windows 10 или редактор WordPad, выполните следующие простые действия. Первое. Зайдите в параметры клавиши Win плюс I или через меню «Пуск», далее «Приложение». Второе. В разделе «Приложения и возможности» нажмите по пункту «Дополнительные компоненты». Третий пункт. Соответственно, нажимаем кнопку «Добавить компонент». Четвертый пункт. Найдите в списке нужную вам программу, например, блокнот. Отметьте ее и нажмите «Установить». В итоге останется дождаться загрузки и установки стандартного блокнота или WordPad. И они будут работать так же, как и в предыдущих версиях Windows. А найти программы можно будет в меню «Пуск» или с использованием поиска в панели задач Windows 10. Вот и все. Это канал Компьютерная Академия и наш партнер сайт remotka.pro. Я думаю, данная информация была вам полезна. Смотрите наш канал, ставьте нам лайки, делайте подписки. С нами будет интересно.